Всем доброе утро! Сейчас будут мои размышления по поводу воды. Вот я купила такую воду в аптеке. Я решила так, что, например, вода Боржоми стоит 100 рублей где-то в аптеке. Вот это 25 рублей. Но она пьется не как обычная вода, это чешская вода. Она пьется не как обычная, залпом вся бутылка, а нужно ее дозированно. И поэтому эту бутылку можно смело разделить, например, на три части. Она способствует выведению тоже камней. Там, в общем, это урологическая вода, вот зеленая. Вот это больше для желудочно-кишечного тракта. И я еще купила в красной бутылке 75 рублей. Там просто жесть, она такая горькая, как будто в ней растворили пачку ножпы. Ее пьешь совсем чуть-чуть, ну, меньше 100 грамм, и тогда она способствует тому, чтобы человек кишечник ощущал. Ну, по крайней мере, это альтернатива того, чтобы не ехать в Чехию на курорт, а так в течение 10 дней, например, курс пропить такой воды, и вот вы сэкономили на жилье. У себя дома прошли процедуры чешских курортов. Сейчас я ее попробовала, и написано, что она с газами, но эти газы природные. Вот здесь вот написано область применения какая для того, чтобы лечиться именно водой. Ну вот, видите, система мочеполовая в том числе. И есть там вода пролит, которая называется «Большая бутылка», голубым написано. Пролит — само слово, которое относится тоже к мочеполовой. Вот ту воду я тоже покупаю частенько. По цене она что-то 200 рублей, ну, большая полторашка, по-моему. Вот, тоже рекомендую вам в медсервисе взять. По поводу моих сториз сегодняшних, вот как большая выглядит, она стоит 263 рубля. Я ее почти уже выпила, вот пустая. Вот как выглядит, а не пролит она называется, а пролом. Так, цена 1 рубль, ну, прям большая бутылка. Это железноводская вода. Тут тоже магний содержится. А вот эта, которая 271, прямо жесть. Я более ужасной на вкус воды никогда не пробовала. Ну вот она очищающая. Очень-очень горькая вода. Прям как лекарство использовать.